Привет, мои нормальные, обожравшиеся. Сытые. Вот. Нормально. Так, я вроде поменяла там, если что, на наушники. Я надеюсь, как вам по громкости? Вроде не орете, значит, наверное, нормально. Так. Явилась вам там. Отстань, я 5 часов просидела без еды. Что-то мне это. Я там в последней катке чуть не умерла морально. И морально, и физически. Ну, таких изнасилований не было, конечно, да. В свежем воздухе. А ты... Вот это трагедия. Вот это... А мне-то что? Я сейчас не поняла вообще. В чем моя вина? Не поняла, где этот дурацкий рандом, который надо включить. Спасибо. Моя, твоя, моя, твоя. Несвязная речь, да, пошла? Так. Давай, одно быстро, дальше видно будет. Хотя вообще, ну так-то, давай на этот, на смерть. Полезнее будет. Вот. А чё я в наушниках слышу, что матч найден? Нифига себе там орёт. Корейский ник какой-то, не знаю, это еще что значит. Блин, а вот который раз убеждаюсь, что эти вот дурацкие увлечения, если ты их не доводишь до конца, они смысла не имеют. Потому что я когда-то этим корейским парилась, да такой жути. Думаю, что-то сейчас помню, да нифига. Я английский-то забыть на рауле. Это попадается каждый раз. Не то что. О, кошка нашлась сзади. За Моником. Что-то как-то я это... перестаралась. Едой. Ну, сплю, конечно. Изменилось. Да я не знаю. Привет. Чему там меняться? Макияжу волосы? Неудачно. Ну да. Не, у меня и был скрин транслей, но у меня там не стоит корейский, у меня там только инглиш. Поэтому я даже не полезу ради этого. Пошлилась еще на очки. Европа, мода, треугольник, солнце, очки. А, великий переводчик. А спать, да, сплю. В разное время всегда, но сплю. Меня больше напрягает, что ты реально высыпаешься, и типа тебя вроде дофигищ нет, и все равно каждый раз приходит такие, ты когда спишь-то?
Просто совпадаем так по прайму. Давай. Так, мы там загрузимся уже или что? Кстати, миг течет. Течет. Где-то, кстати, были по... Лодочки. Где-то. Коробка. Нет. Ты моя штука. О. Черно? Ну да. Ну что? Я что, зря, что ли, здесь вату держу рядом? На холоде. Блин, да вы куда? Чё, в смысле, все началось-то уже? Еще и громко так. Надо это убавить что-то. Что-то я сейчас умру, по-моему. Все равно орёт. Я дотру тут уже штуку или не дотру? Дотру. Хорошо. Куда он течет? Ну, неважно. А чё с пистолетом? А, ну потому что... Потому что надо так, 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 так. Кота покладистым? Да никак, если он такой. Да, ты достала. Это наша база. Ничего не вижу. О. Можно было не исцелять. А вы там... Чем вы сейчас занимаетесь на той стороне, простите? Сидят голуби такие на ветках там. Чё там? Происходит. Зараза такая. Ау, я-то сюда зачем? А чё со всех сторон и зачем вы тут? Субтитры сделал DimaTorzok.
кого стрелять. А чё она жива-то всё ещё? Там оператор. У тебя в спине там это гека. Ладно, не важно. О, рыбки. Фига себе, аквариум. Как вы надоели там? Что наглые, да жути? А, понял. Она там стоит, скотина, просто в одном месте. С прицелом, и все. Это что такое? Бля, там это. Не поняла. Мерзкие. Чего вы там катаетесь? Опа. Нет. Да что ж такое-то? Дурдом какой-то. Понаставят слепо, блин, запретками на движение. И встанут там по 3-4 тела. Забавные. Это вышло. А, ну. Страшно. Зверночек еще бегает. Аквариум, про аквариумы.
Эти рыбы постоянно попадаются, короче, в реках, а ну, шорты смысла. Эти. Как змеёныши, короче. Подобная тематика. Мало того, что уже снятся, я еще начинаю утро с того, что смотрю, а каких змей лучше заводить. Причем мне это вообще нафиг не надо. Би? Да почему би? Хомяками, ну да, это тоже не уживается. О, это со мной бухать вроде. Красивый неприятно кусает руку. И кто из них кусает руку? Чё это? Сигали. Томные. Да, конечно, кусают они. Как я люблю такие стенки ставить? О, шорца. Первую жизнь, наверное, раба взяла в руки. Я что-то у них охренела, да, тут? У тебя змеи, да, видела? Ну, я не помню, кто у тебя, кстати. О, за ним. Блин, взяла пушку. Она что-то залез. Там подъем есть? Ну и ладно, нет, так нет. Да где? Ясно. В боку.
А чего тут так много-то? Там. Да, Полуза, по-моему, самый мирный вообще из... Там есть злющие, но это не это. Не то немножко. Монитор выбрать. Что там выбрасывать-то? Я и так вот периодически покупаю. Только не по той причине. Да спади! Надо. Пока, Чембер. Пятились, они пятились. Ой! Привет. А неонки пулемет. Пулемет, какая гадость. Что надо такое извращение создать? Титания, в смысле. Это где-то бежит, не понимаю, где это. Без понятия, где что. Привет, меня здесь сейчас. И где кто? Если там было повышено. Ну, рыбак чуть. Хочу больше аквариум. А-а-а! И на этом я ломала глаза, сидела, блин. Пока. Какие же все гадкие. Все-таки динамические. Да, не он. Я тут пытаюсь от зажима отучиться, а она, блин, там так не поворачивает мышь, если что. Видите, господи, дитё какое. А в конце он подавился. Надеюсь. Серьезно, лук был именно такой.
Betrayed by some comrades at Tool Brute. I'ma get you all back. It's not if, no, it's when. Better watch out, cause I'm coming for revenge. I'm a trainer, I'm a go far. I will learn with мышку летучую. Какую именно? Меня вообще эти прикалывают, сахарные белки-то. Ну, муторные, ой. Мат вампира ты там, господи. Айсбокс. А, ну, блин. Что-то я... Крокодил есть. А что у вас свои хотелки? Было бы зачем, правда? Так. Поняла. Ходил дома? Ай, так, не будем об этом. Солнце. Ой, такая мимими обычно, там не трогай покемончиков, не трогай. А потом такая крокодил все завел, только на ботинке. Блин. Юрика, прикольный баннер. Брим и брич. Угу. Я-то поняла, что я их скиллы не различаю нифига. Вот смотри, повторим еще раз.
Взрывная по низу, это, скорее всего, брич. Так? Наверное. Что там убрим? Это вот у него АОЕшная область, это ульта. У него смоки. Что там еще? Я их реально путаю. Серьезно, какой-то брич. Ага, все. Понял. Я сегодня Мика просто то же самое спросила, и затупили мы все вместе. Носа. Звук игры я знаю. Добавила нафиг. А он тебе надо? Хотя вообще, если по идее, там должно быть. Я хз. Давай вот так верну, может быть и будет. В чем я сдохла? Конец, непонятно. Да ладно, ладно, все. Давайте. Должно быть слышно. А, так я не играю. Какой вероятно, что слева чем-нибудь сидит? Я поняла, для чего подпрыжки брать надо. Споки ноги. Ставлю преграду. Остался один братик. Перезаряжай. Байк установлен. Себя воскресить не получается? Краска есть, заряды есть, тормозы. Звук машины. Ну, может быть. Что я там забрала себе? Вот это? Что это за фигня? Что это? Нет, серьезно, что написано? Ладно, ладно. Он оставит подавление. Не позволяет поворачивать.
Так, сейчас, момент. Ранкет. Ну что, потанцуем? Это не страшно. Ну, пока что, во всяком случае. После того, как нас там изнасиловали, вернее, меня там уже... Как-то мне на все плевать. Ау! Дерев там все еще, да? Блин, дайте мне куда-нибудь деться. Черт возьми. Дураки. Зарядов, чтоб сомневался. У меня ХП нет больше. Дайте мне куда-нибудь сныкаться. Хоть и, господи, спасибо. Держать за ручку. И все будет хорошо. И правда забавно. Но говорю, после вот этой вот линейки, когда гвардом они друг за другом, прям вот это уже ничего не сравнится. Девочка, да, пока. Гадость. Ставлю преграду. Спайк на Б. Остался один враг. Вот здесь. Ну, это все, что вы можете. Мы прекрасная команда. Февраль, а помнишь это вот к декабрю? Давай не будем спрашивать его про дату. И может быть к следующему годику он... Не, неверный вопрос это.
В этом ли году? Давай так. Сканирую местность. Ставлю прыжок. Перезаряжаю. Шоковая стрела. Понял. Больше так не делаю. Не рванет сейчас, а ведь. Не слышу, у меня в ушах звенит. Мешко, да так хотелось просто. Я так 100 лет не делала. Ну, в принципе, не надо. А там прыжки у Икса нет разброса, да? Он же прям вообще... А, началось. Опа. Классно прикрывается, ничего не скажешь. Мама. Да она не бурчит, это ее нормальное состояние. Последнее время. Нормально. Что делаем? Вань, идем? Оператор. А вот лап. Да, одна фигня на самом деле. И твоя победа, я не знаю, что мне там может быть от него надо. Что там можно было не видеть? Ножик какой-то любопытный. Че это? Блин, что за ножик? Сейвил. Последний раунд перед сменой сторон. Секторы. Перезаряжаю.
Она от меня отвиснула наглую. Сторон. Да, лук и стрелы — это старомодно. Леша, ну иди с ним поиграй. Оживились-то сразу. Вот это плохо. Мне жизнь на счет не нравится. Так, но остальные такие же. Подожди. Тапка и ABC. Это. Там двое остальные, по-моему, там вообще малыши. По идее, должны. Прикольный ГОСТ. Ставлю бега. Вот остался один игрок. Блин, почти. Да вообще, прям чуть-чуть. Ради этого, наверное, надо бронь, да, брать? Что там чуть подольше выходит. Блин, чё, реально нет? Давай налево. А, ну это АФК, да, походу, или чё он там? Вылетел. Я прикрою вас. Только я буду впереди. Поделитесь.
Блин, у нас Рейза АФК все. И так неприятно было. Еще тут. Разломали, что ли? Не вставай. Спайк на миде. Остался один игрок. Да тихо. Репортик. А, этот-то? Не, он вроде вернулся. Толкаешься-то, а? Может, хватит? Реально, блин, там. Если успею. Как же с... Плохо стреляешь? Не страшно. Поможешь в чем-нибудь другом. Да, достал вовремя. Не скажешь. Будет весело. Сфера запущена. Время охоты. Да ну нафиг, ходил я уже на миг пару раз. Опа. Оружие.
Страйк установлен. Хватит эту хрень продлевать постоянно. Гадкие. Так, началось. Ты не убьешь моих союзников. Остался один игрок. Что, офигела, что ли? Ну ты чё? Зефир! Зефирка, блин! Следующий. Конечно, жопа перед монитором, естественно. Класс. Просто класс. Остался один игрок. Спайк установлен. Ну, идите, меня зарежьте уже сразу. Во. Жопа мохнатая. Ползает она здесь. Что это? Хрена так чуапну. Сейчас, судя по всему. Добрый.
Дельная. Я фиг знает. Думаю, какая прекрасная игра. РГБ Гвард? А, ты про этот, Мэдзюбитс. Ну, мне не нравится. Вот оружка сама мне так себе. Как-то. А бабочка прикольная. Матч найден. Добрый. Я могу быть и щитом, и мечом. Помните об этом. Они из... Не, наверное, не против меня были. Вот там другие. А если начал, то быть как ты, не возвращаться. Не фиг знает, выберут они, не выберут там. Без понятия. Ну, да, не выберут, естественно. Ну и ладно. Матч. Да не надо мне матч найден, не мешай мне. Тут делом занимаюсь. Я у команда. Icebox. Мерзость. Я могу быть и щитом, и мечом. Помните об этом. Чё? Чё там кто болтает? Супер мегалит. Это в какую? Интересно. Эшли, знаешь, как называется это все? Называется «Хватит жрать». Карт для него. Я очень сильно рада. Только не нравится она мне, скажем так. Во-первых, я слабо помню. А во-вторых, углы у нее какие-то неприятные. И пойми, по какому принципу там передвигаться. Намеки эти, намеки. Давай ему запретим, вот пока комп не соберу, тут пусть не говорит тогда про него. Чё он начал-то? Сразу не он, не он. Врачи не локнут рубакс. А, ну? Ну, а тарг, допустим, где-то не так. В ВДОшечке тоже там местами. Не хочу умирать от своей же техники.
Нет, он же меня сейчас слышал, да, вот по-любому. Привет, Сэм. Привет. Всем. Я несколько иного голоса от Ксюха Петарда ожидал. Забавная пати. Охренеть. Спайк на Б. Опусти. Да кто тебя обижает? Ты. Несу спайк. Он полгода пропустил кутозом, он просто не брал. У меня смешнее, у меня есть набор с ШДшки, по-моему, тоже. Эпик этот. И там дракончик такой красивый, извивающийся, который вам не нравится. Там до этого предыдущие какие-то издания тоже классные были, ну в общем. Я даже аккаунт не помню сейчас. Покажи нам врагов, сова. Андерийский маунт. Не-не-не-не-не, до этого еще было, короче, было какое-то издание. С таким-то драконом. Ну вот именно дракон-дракон прям. Такой белый, светлый какой-то. Ночи что-то там. Или посланник какой-то, или... Хрен его пойми. Я помогу. Не смотрю, там весело. Спайк у меня. Идем. Тихо. Да КД, 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 господи. Как чайки, дай, дай, дай. Там что-то было, блин. Там что-то было. Гладовский. А я не знаю, что там. У меня даже не попадается нигде. У меня в основном в рекомендациях это этот стирус. Два хила, кстати говоря. Что взять-то? Тинку пока не буду. Спайк у меня. Да господи, хватит, может быть, уже. Ястреб пошел. Враг ослеп. Веду разведку. Еще рано. Остался один вот игрок. Поднимайся. Всю карту буду мыть. Бегом на позиции. Так,
message when you hear the beat. Вдох и выдох. А спайк никто взять не хочет, да? Блять, улетело. Спайк у меня. Зато там есть. Что это за жопу? Перезаряжаю. Ты это? Сейдж. Ой, спасибо. А, ну с хиллера уже того самого нету, да? Ну все. Мы уже спалили сильно. Ничего. Гадости. Ое! Берегитесь, монстры! Я готов. Враг устранен. Перезаряжаю. Высокая волна. Остался один враг. Ставим спайк. Да господи, я помогите! Получается. Стрел много не бывает. Поделитесь. Есть кто богатый? Богатые 2600, 4200. Все нормально. Нужна пушка. Спасибо. Дойдем. Убить их медика. Ой, ну чел, хилить начни сначала. Хуйню не сотрана, хуйня. Хули чего, блядь? Устранена. Ультимейт готов. Типа взрослый. Не, не уверенный в себе просто, понимаешь. Фига ты защитников. Нормально, нормально. Вопросы. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Хорошая попытка. Перезаряжу. Не поняла прикола. Ладно. Спайк установлен. Барьер установлен. Сюка, сам бит. Остался один враг. И один там. Делаю, делаю, фокусы. Сюха! Вижу врага на миде! Надамажил. Вот тут. А где у меня оружие? И снова в бой. Прошлое в прошлом. Начнем с чистого листа. Легко недовольство. Да конечно. Обидеть. Просто постоянно стревает там, где по моему, скажем так, такому мозгу не должно быть никакой опасности. Где это там? Ястреб пошел. Не поняла. Это
которого брат, я тоже обрелся. Твою мать. Остался один враг. Стена готова. Спайк установлен. Самое время закупиться. Ничего непонятно не видно, но вот так. Поможешь девушке? Спасибо. О, шустрее. Нормально все? Можно и конечно, конечно. Блин, спайк. Великолепно просто. Спайк у меня. Опа, она прям за смоками. Я их затоплю. Исцеляю. Наш агент за спайк погиб. Спайк на миге. И ловим ситуацию. Остался один враг. Перезаряжу. Стена готова. Ястреб пошел. Родилово. Что делать? Несу спайк. Не поняли. Тридцать секунд. Не получается? Мы как бешеные динго! Нужна пушка! Нужна пушка! Спасибо! Интересная тема. Вот здесь что? Остался один игрок. Пример. Неизведанное!
купи кого-то ножи. Если еще могу, то подзакидать просто. По максимуму. Сорок перестрижу. Кичи не сидит. Жойка. Рядом с кичем снизу. У тебя все. Все мид. Чё она вообще выжила, блин? Кроме вайпер, как похудно. Жесть. Мид. Вот и нашлась, блядь. Все мид, короче. Не скучали. Пизду нет. А, пошли с тобой все. Кичи только не идите. Не, пошли на Б. А можешь Харпер не очковать? Не знаю, там обилки дают мид зачем-то. Фул обилки причем. Да нет, Кичи только не идите, там это. Киллжойка уже трапа ставит все, который может. Под пули не лезьте, ладно? Так, ну если что, один ряд сейчас будет. Нет, я еще стою, не вылазю, то. Твою мать! Это самая тупая смерть будет в моей жизни. Фишечная Харбор, хорошая. Остался один игрок. Спайк на Б. Ай. Стою, пофигу, все стоят, я стою тоже. Раскрой секрет, без негативщика, вот реально без негативщика. Восьмой, короче, пули не пробиваем. Я забыла, что мы в ульте стоим. А нахуй он его тогда простреливает? Да я на опять фак. Ну, типа, он его же там... Пока он не стал, пули не пробиваем. А, это кишечка была? Нет, он сразу пули не пробиваем. Видно, он когда желтым загорается полностью. Прикол. Сбросила спайк. Спайк у меня. Нет. Пойдем. Исцеляю. Подлечитесь. Враг ликвидирован. Блин. Делаем хуйню в Никтина, да? Сохранится. Нужно все потратить. Как вы заходите, если придете на, допустим, вопрос на выбор? Давайте на. Да. Ласт века сделаем все века у нас. Так это ласт раунд. Блядь. Смотрите все!
Это минус авик, да? Да, минус авик. Тебя, мы просто заходим в ульту, надо выебать все. Сверху еще. Высокая волна! Ай. Что, лаз на респе? Да, спокойно, не пикаем. Барьер установлен. Я, блядь. Ой, Сэйдж, красава. Не стоило вставать у нас на пути. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Смена сторон. Я не люблю вступать в конфликт, но сейчас он неизбежен. Блин, гадко. Сейчас они ходить будут. Где тут стоять? Кого пойму. Там куда не встань. Либо надали гадость, либо вваливают. Офигенно что-то. А, вот, смотрим. А, есть. А, заходит много. Плохо. Быстрее, пацаны. Твою мать. Тут наконец-таки спайк искать не надо. Выпал за чутка за контейнера. А, нормально все. На, раскидка. Эй, я уже здесь. Куда-куда-то будет. Спайк на А. Перезаряжай.
Не там, по-моему, поставила, да? Вообще не там, толка. Смотрите, как все вы ногой, а пожалуйста. Просто надоело нахуй. Один враг. Спайк на Б. Идеально. Все. Ну, это репорт залетает. Чего еще желать? С каждого по репорту и все. Репорт. Будьте рейдинг смелыми. Каждый из нас Валорант. Каждый из нас боец. Не знаю, прощу. Бомба, вы сразу чате. Ну тогда вообще не буду. Ну это нехорошо, не нехорошо, реально. Это нехороший человек. У меня друг, короче, без негатива. Ну, у тебя друг. У меня друг, короче, один раз написал типам в чате, то, что они что-то миньоны не бритые, понял? Он какую-то такую хуйню. Сэй, давай, я тебе куплю. Его забанили на год аккаунт. Ж, блять, в эту хуйню. Так бывает. Будет им урон. Я помогу. Ставлю щит. Остался один враг. Спайк на П. Кто-то есть. Не могу понять. Сейдж или Скай, запросите кто-нибудь, а мне помогли. Да там просить-то нечего. Ну вон дальше, там вон дальше, туда-сюда. Блин, я могу слово выкинуть, запросить еще один. Ладно, давай, прощение, уже все, уже жаба душит. Ау. Бля. Вода поднимается. Тут оружие. Ой, берегитесь монстра. Мне покил нужен. Спайк установлен. А, понял. Вот здесь. А, блядь, попадает. Затоплю. Остался один игрок. Они вовремя. Как сели ножи доставать? Не надо. Мимо меня они не пройдут. Время, чтобы оператор не бить.
Скажи мне, о мудрый, о мудрый чат. Видишь? Бэй, все, погнали. На виду просто я стрею. Знаешь, что? Что могли позволить? Классно. Блять, они не мои, я не могу нахуй. Ой, берегитесь монстра! Один есть. Остался один игрок. Да. Неприятно. Я их отыщу, а вы не дайте им уйти. Лучшие мужчины, блядь. Естественно, понимаем, блядь, чат не пишем, а пытаемся играть. Я не с Харбором. С кем казалось? Матч поинт. Давай, блядь. Убоёб. Сука, клоун смешной. Я сам по себе. У нас только джетка и скайка в пате или нет? Да, ну все. Харбор с нами. Тебя найти первее. Он у меня уже 100 лет вроде. Они просто везде сейчас появляются. Они там в Ютубе, блин, как Сойл или кто он там. Или нет. Как они? Группа. Ну, короче, как-то так. Пацаны, вы красавцы. Что-то важное? Победа защитника. Что посеешь ты? Лахабр. Дальше будет херить всякого другое. Да, с таким Харбором, конечно. Врагу не пожелаешь пессимизма. Нормально. Выжили. Каким-то образом. А, стоп. А. Мик, у тебя так и не появилось, да, ничего? Или что? Подожди. Мик. О. Зашибись. Да, серебро, с которого никогда не выползу, походу. С таким рандомом.
Пати! 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 А, все. Хорошо. Я не знаю, я просто рейтинг особо никогда не бегала, понимаешь, в чем подлянка. Я тогда что-то на втором серебре тогда посидела, типа, все. Или, ну, это. Короче, побегала пару каток буквально, и все, и больше не это. Забила. И сейчас выползла на серебро после калибровки, получается. И там история раундов, получается. 5 часов до этого стрим почти. В итоге вроде играли-играли, там ничья-ничья. Потом два раза в сумме пососали. И там какой-то один выигрыш. И в итоге все равно минус. Это ужасно. Тихо, чехол от телефона? Там нет чехла. Это эти, это с Валоранта, то, что Мик подгонял с ножиком. Это наклейки от этого. Вот. Это этот... Кенни и Рейна. А, да. Так, Франк. Тебе Франк лучше, Мик? Что-то я не поняла. У меня еще это что-то... Сейчас. Я сейчас захожу, меня просто немножко разорвали тут со всех сторон. Сейчас Лёха еще когда зайдёт. А, ну окей. И... я тебе передаю, короче, управление. Давай. Сейчас пошёл на золото, да. Блин, я бегала с платинкой тогда, мы активно. Еще рассвет вроде был. На моей бычке вроде. Вроде нормально. Жить можно. Но когда такая хрень попадается. Я предлагала уже, меня волк активно игнорит на эту тему. Какие наклейки? А? Какие наклейки? Ну, от эти, от ножика. Ножику, помнишь, там? Кстати, шли. Ну, там не было шпионки, это теперь типа изменилось. Ну, вот. Говорю, меня волч активно игнорит на эту тему. Вот пусть пока он комп, короче, не соберет, он про неон вообще ничего не произносит. У него прям тотальный игнор на эту тему. Вот прям вообще, как я вот обычно сообщения не замечаю какие-нибудь. Вот такой он. Это ладно. Что я сейчас все распущу? Можем пока в деску сбегать. А, не надо, видимо, уже здесь. Ой. Думаю, нормально.
че я опять есть хочу? А при чем сюда? У тебя, по-моему, уже аккаунт у всех есть. А где другая ба? Ночка. А я как-то себе хотела вообще стикеры купить. Ну, вот эти объемные, которые такие. Но что-то как-то это сдержалось и... Забила. Там еще дофигища всякая тема прикольная в корзине валяется. Да, выходить страшно. Короче, гений придумал резинки делать внизу вон там. Это как надо было? Ну же... Я с вами параллельно включила там мульт один прикольный. Да. Один из них я не могу, меня Twitch забанит. А другой я не смогу смотреть, потому что... Ну что, игра. Но сам в игру буду. Либо в мульт, либо в игру, либо в чат, куда-нибудь не туда, короче. Мне даже на карту не хватает посмотреть. Я уже дохну. Хазбин? А Хазбин, кстати, досмотрел. Ну да, я глянула, на самом деле, еще раз. Мне понравилось, не знаю. Там же еще есть от их тоже в этой стилистике. От них, не знаю, тоже про... Демона там. Тоже как называется, с той же стилистики прям вообще. Ну, пофиг, я уже сфоткал, потом я еще раз скину. Это кто такой? А, это Элиса. А, вот у тебя тоже такая проблема, да? Теперь он аватарку обновил? Какие люди. Из меня что-то писал, стопы надо. Меня прикончит. Где игра-то? Ну что таки, на меня больше мультяшки все равно. У меня отбегач на Нави на телефоне до сих пор. Что там по нашим оппонентам? У меня подлянка, Вол. У меня сейчас на весь экран игра. И потом во время катки я вряд ли смогу нормально менять. И потому не ставлю. Я вообще думала, что я избавилась от проблемы, когда у меня оконный режим, но относительно оконный.
как он там, псевдо. И у меня при этом курсор ломается. А нет, не избавилась. В самый ненужный момент. Почему сразу вот именно в те, когда вот перед тобой противник, он прям просто стоит так, вот спокойненько вот стоит. Вот-вот прям на голове прицел, вот все красиво. Нет, надо. Все, запускаю. Да? Пока перекину, наверное, на наушники. Да, да, нормально добавлю. Будет потом тебе каждый раз. Бой? Этот Омен-то? Да, мне тоже нужно. Вот именно, вот в этом моменте, вот здесь вот сейчас. Нормально. В моей стилистике. Не то, чтобы прям вон. Нормально. Матч найден. Стенд. Так, ну чё? Чё ты ешь? Ну, значит, хила. Давайте. Я могу быть и щитом, и мечом. Помните об этом. Я вообще от жутки не отказалась. Но. Раз уж. Тем более феникса взяли. Нормально. А сколько я сюда что-то не хочу? Вот прямо зашло или поиздеваться? Мне вот это зашло. Че это? Моя стилистика. Народ, вот это смотрите у неонки. У нее вот, вот голда, типа, да, у нее по бокам серебро. Это то есть она еще не голда или что это? Нет, это типа у нее высший ранг был за то, что этот голда. Вроде как. Какая там вторая или третья голда, это вторая вроде. Чавканье, звук чавкающего человека, шум чавканье едой. Кто бы сомневался? Просто у меня стрим убавлен. Кинулась бы какой-нибудь кепкой, что ли, не знаю. Уж кинуться нечем. С такого легкого. Да вебку жалко. Не, ничего страшного, там 35 секунд всего. К моему счастью. Я могу подольше сделать. Не надо. Тебя это не фиксится потом. Ну это лучше, чем такое-то. Рассказывай, что-нибудь потом такое причмокивает там. Мне только все интересно было. Вот так вот потом. Так что. Он реально это вкусно делает. А ты не жуешь случайно? Фисто, не фисто.
Ух, нихрена себе у этого. Откройте у Сайфера, гляньте, пинг прикольный был сейчас. Я давно таких цифр не видела. 1600, 2000. О, на взлет. Неплохо. Он, походу, тут уже Тимодисы примерно. Причем другого-то нормально, да. Бедолага. Даже у меня такой хрени не было, когда у меня ВВНК была. Фиг пойми откуда. 90. Я этой бочины не попала, по идее, она спокойно развернула и убила просто голову. А что там происходит? Чё? Там баннер с кустом. Типа вот оно? Да не... Ой. Да хватит! Надоели. Остался один враг. Спайк на А. Ничего нигде не валяется. Как-то в рейтинге балансится, что у них вот, допустим, типа нет. Кроме денег. Весело. На, че, лось. Остался один враг. Спайк на Б. Глаза берегите! Он сбежал. У нас конец глупый. Вспышка! Просто тупо свалил.
Эй, Флэймс. Спайк установлен. Да, блин. Остался один игрок. Все интересно, сейчас пропущу. Вовремя развернуло, красиво было. Я удивлена очень сильно, что это не какая-то тролль-музыка. Ясно, судьба моя, морда пол сидеть. Такая... Это говорит Феникс сейчас, простите. Ну, кто бы говорил? Да? Ты сидишь, смотришь, ты... Ладно, понятно, почему. Б что-то есть. Почему? Ничего не долетело. Почему? О, господи. Shut the fuck up, бля. Уёбище тупо голову. Господи, еще один отклад. Остался один игрок. Ну, давайте фастом уже зак... Спайк установлен. Че такие дружелюбные? Даже у меня там, блин, не такие попадались. Все началось-то. На таком позитиве прошлого закрыли. Тут вот это вот. Я могу затмить всех их радиантов. Перезаряжу. You leave B and trash talk. Fucking stupid dog. Ты назвучил ли тебя тебе? I don't care. I fuck your mother and kid. Он просто русский, so плохо знать. Yeah. Самозванка убита. Спайк
установлен. Да, блин, заколебали проходить. Чек эй, чек эй, бур. Maybe spike эй. 130 сайфер. Привет. Да, хорошо сидят, согласна. Да. Остался один игрок. Пусть попробует меня поймать. Выбор неплохого мнения. Моя музыка, она для души. Надо ее прочувствовать телом. Да мурашек по коже. Я тебе не верю. Обнаружен враг на А. А что там? Ты не убьешь моих союзников! Подозрительно. Очень подозрительно. Так не бывает. Коллекционер в помощи хренов. Скотина тут сидит. Угу, и Феникс и Ерик еще бегает. Так спайк надо было, вроде бы, я думал, они убежали. Спайк установлен. Не понял. Да, он походу. Я прослушал что-то или мне показалось. Ой, ну ладно. Зря? Мог бы вполне. Чё? Остался один брат. О, есть! Уйта готова! Ага, теперь он побежал. Теперь может обратно бежать. Ну что, начинаем или как? Это не будет. А, я смотрю-ка. Понятно, не подхилишь. Угу. Я дура, блин, еще залег, а там как-то это щинка не его. Спайк на Б. Остался один враждай. Перезаряжаю. Че, он там же опять набегал. Осторожно! Красно.
30 секунд. Вот вам и элитный агент. Любое преимущество непостоянно. Не расслабляйтесь. А, Гарден кто-то мой украл. Кто-то украл Гарден мой. Место. Все мы грешим. Не бывает людей без... Феникс, Гвардон, чё? Так, теперь я вообще без пушки остался. Неплохо. Следующий. А, подожди, я сдохну. Не переживай. Я в себя верю что-то сейчас. Да. Выйди нахуй из комнаты, отсюда залоев. Слышно? Спайк установлен. Это не то? Чё бы что-то видеть? Тэпнулся где-то, да? Не. Да. Хорошо. Чё же там калаш хоть делал? Чё? Перезаряжаю. Идеально. Перезаряжу. Если по вам не стреляют, значит вы что-то делаете. Неплохо. Ну куда же без этой песни-то проклятой? Ставлю по стенку. У вас много. Много? Да. Блин. Да, брать все свои. А. У вас катка сейчас? Да. На счет? 5-4. Блин, она теперь не вылезет. Ой, у меня что ли? Где? Ясно. Тренируйся усерднее. Остался один игрок. Крылатый бы от Рейзы в Ниве. Да ты тоже хотел. Блять, клипы ебаны. Как вы эко проебываете, не могу понять, блядь. Миленькое местечко, но не могу. У меня все по факту настроены. Ты какая-то. Я тебя настроить не могу. Подожди, там что-то сейчас надо это кому-то заткнуться, по-моему. Не тебе, в смысле. Там. Там у нас любитель это. А что он там потом сказал? Ой, я потом уже не слышал. Бля. Ну у него тепло там пониже спины вообще. Градусов на 30 теплее комнаты. Просто пока убавляла там дис. Ты прослушала. На виду это мид, походу, все. Ууу, твою мать. Мне преснуть? А, ну нормально, все, ладно. Себя. Все. Да не. Ладно, уже. Пока тут я зайду. Последний раунд перед сменой сторон. Давай. Стрим надо туда, да? Может, кому-то надо?
Запроси калаш, я тебе дам. Джет. Да, Рен, попроси у него калаш, у него деньги есть, Феникса. Да ну его. А что за карта? Сент. Следующий. Глаза берегите! Да, господи! Что ты делаешь-то всё? Никого, блядь, обойдёт. Не успела. Ваша тактика провалилась. Ладно. О, у меня смена сторон. Сейчас я, короче, заменю, походу, блин, я рычку выкину, не хватит. А, смена сторон? Угу. Так. Да, у меня легендарный карточек выпал. Ну, нихуя себе, то есть, короче, на транспорт бесплатно создается. Отставайте! Нет, было... Ну, всё, ну, ты теперь крутая. Ладно, что у нас там ещё? Что, не вам слышно? Я вас найду. Сайфер на бабу. Найс хил. А думаешь, тебя хилили? Бля, заткнись, пошли, пошли за этим, да. Ладно, давай, я стенку просто. Два, бля, два. Все, а, все, вряд ли. Да, все. Ой, в окне. Враг на А. Остался один враг. Враг устранен. 30 секунд. Перезаряжаю. Дай подхилю, а. Миг. Я принципиально этих идиотов не хочу трогать без лишней необходимости. Перезаряжаю. Ага. Нет. О, да, мы рулим. Микро? Да, можно, Эшли. Да. Неплохо. Только, ну... Надо это, словить. Я вас найду. Отметила двоих. Крадется такая. Манхэл нас. У меня и губи, губи, губ. С
Спайк у нас будет. Хорошая попытка. Остался один враг. Самозванка убита. Окей, все знают, что к чему. Действуем по плану, и победа за нами. Разошлась я по запросу. А вот я морда пол. Режим. 9-5. У нас не, нифига. Я же днем щит. У меня-то он скачет. А у нее тоже непонятно что с этим режимом. Сука, вы можете играть и не собачиться? Господи, как дети. Давайте доживем катку мирно и все. Чего? Это его шара, конечно. 30 секунд. Остался один игрок. Ладно. А что там было? Ну, кроме того, что один. Чего нам ждать на этот раз? Вы заметили закономерности в их стратегии? Пропрыгала нормально, да? Ага, конечно. Спайк на миде. Стена готова. Я пойду резну там. Меня можешь, а ты на другой. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Да, блин. Прости. Да с ними не посмеешься, Лимон. Здесь два злющих этих попались. Не посмеяться. 10-6. Если они будут ныть, растянем еще, пожалуй, думаю. Скажем так, до ненависти. Вперед!
перезаряжу. Вот они рады так будут. Интересно. Интересно, она выбежала. Аванта. Займу позицию. Не он как с план, это с респа идет. Аванта. Больше не идет. Враг убит. Враг на базе защитников. Нормально, стенку поставил, все, коротко. Остался один убит. Оглушаю! Никого не осталось. Готовьтесь. Сегодня мы снова идем в бой. Неплохо. Да. Я заряжаю. Твою мать. Я прекрасно знаю, где мы. Плохо. Ну. На панике. Чё-то лень мне идти туда. Десять секунд. И снова в бой. Я даже не устала. А вы? Сегодня я щедрый. Кому что растяжка, да? Да. Хотя бы одна собака вылезла. Ты вот. Не убьешь моих союзников. Просто. Барьер установлен. А-а-а. Вот, ну как. Я здесь сидеть буду.
Что происходит? Они в нас все выдали, да, судя по всему, все, что было? Походу, да. Будьте смелыми. Каждый из нас Валорант. Каждый из нас боец. Перезаряжу. Зашли. Наверху еще один. Стена готова. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Все, все, встало. А пушка-то где моя? А, это уже, извините. Нету. Че, и тут нету? А, это Феникс. Он это без 30 секунд. Он шерифом. Самозванка убей, исцеляй. Ищи пушку, давай. Спайк у меня. 10 секунд. Я вас найду. Трое мертвы. Еще мы уходим. Остался один враг. Клач. Ой, неаккуратно. Спайк на Б. Блин, да что ж. Нужно лечение. Я помогу. Давай наверху. Тут уже стоит. Замечательно. За стенкой стоит свеча. Угу. Не, я лох. 116. Но я специально троллю игру. Так вот вам сэкономить. Лучше. Могу купить, если надо. Попроси лучше. Я с Гордом бегаю, спокойно. Сейчас с Гордом пойду. Ну что, что ли? Слышал на другом стриме, но надо ее заказать. Так.
у них есть одна проблема, они не вылазят. Идешь, они просто лезут, когда они не попадя. Что это за... интересно, почему, да, ну там? Ну? Ух ты, не... Кажется, нету никого. Остался один враг. Перезаряжаю. Сто пятнадцать. Матчпоинт. Покончим с этим. Так, а чё там? Что там? Где там? А, слушай, ну это уважение. Так. Да твою кашу. Дивизию. Ага, понял. Понял. Вопросов не имею. Если вам суждено пасть, то падайте поближе ко мне. Сэкономлю. Сэкономим последний раз. Ударим быстро. Ты, блядь, полудурок ебаный, пьяный, блядь. А твоя матери в рот плевал, блядь, шлюха. Прорвало, твою ж. Как он долго сдерживался. И теперь уже градусов на 40 поднялось. Повыше. Какая мерзость, а. Да. У нас пиздец, да. Не, вы еще можете сдохнуть сразу же, я специально жду. Но не так же. Как жаль, что я ничего не могу сказать. Там где-то сверху, да, справа, наверху, я не вижу где только. Сверху, справа. Там что, брат еще? Цель устроена. Да. Молодец. Так, кого? Все встало. Да, блин, опять ствол. Да. Ай. Еще. Вот ты на поле, пьяная шалава. Красиво тут, не правда ли?
Да, главное, чтобы не пришли. Давай, нельзя. Вспышка! Смена сторон. Овертайм. Я весь издёргался, погнали. Да. Игра хорошая, тиммейты тоже отличные. Можно и подальше здесь задержаться. Детки, а сколько лет, скажите? Что-то сдохло. Ну вот для статистики чисто. Ну скажи. Первый магазин 2600. Блин, а что у него там? Которая прям совсем... А что там? А я не помню. А, ну тебе надо? Я просто не знаю, я через киви пополняла, по-моему, и все. Походу, да. Угу, налево один. Иванка пошла. Один враг. Опять я эту херню того. Раздави их. Барьер установлен. Да хз. Нет. Нет? Нет, здесь. Ясно. Экономлю. Вижу свою цель. Сейчас... А, все, поняла. Сэкономлю. Сейчас прям теплый прием. Если он дитё. Чё тут не хочешь? На ковре рискать. Я их найду. Мышка, что ли, садится? Или что я положила такое, что оно у меня? Враг на базе защитника. А Цефер где был? 80. Цефер слева был. Спайк на Б. Много, ну а что ты с ними делаешь? 30 секунд. Лимон с детства. Там уже все сформировано, что ты от него хочешь? Нашлись учителя. Да, кстати говоря, по поводу рекомендаций. Смена сторон. Овертайм.
А ты напомнил просто. Сейчас излишне было. Остался один игрок. Спайк установлен. Смена сторон. Матч поинт. Я на взводе. Идем. У нас еще полно дела. Он же вылезет, да? Гадость, а. Какие же... душные. Сайфер, ну да. Секунд. Давай-ка это. Один враг. Я помогу. Ну я хз, где она? Окей. Твою мать! Там пулемет. Быстро я отъехала. Победненько. Наверху. Остался один игрок. Не успели так, а так. Смена сторон. Господи. Плюс 0. Плюс 8, смотри, я прям за сегодня апнулась. Не минус. Так что. В общем, в сумме все равно минус, по-моему, еще. А почему тебе 8? А мне, типа, у меня ранг выше из-за этого. Я не знаю. У меня помощь много. Я полезна. Ну ты, видимо, попадался против челов, которые. Тебя по рангу были бы выше. Нет, они все там кого-то. Нам еще бы одного. Еще бы одного.
одного. Я могу... А, подожди. А это пустит с калибровкой? Или он? Это? Да. Должно пустить. Но он же вообще это? А вообще... Хотя... Ну ладно, должно по идее, раз нас пятеро. Не, у него и так там рейтинг хороший был. Просто он не играл. Бронза, а у Ника получается голда. И голда же, ну типа, ебать, звания какие. А, ну да. Там... Я что-то тоже вчера думал, но вроде... Я не знаю, там на серебре платина спокойно бегает. Нам вдвоем не пустят, скорее всего, не факт. Не факт. Вот, потому что у меня голда такая. А, вот, бронза у меня первая вообще. Нет, с бронзой вроде должна пускать. Вот. С железом бы не пустила вроде. А вот, когда мы в пятером сейчас пойдем, если кто-нибудь еще найдется, то мы можем пойти. Нас пустят. Там типа похуй. Че тут какие это? Тирады пишу ему. Ты от кого живешь? Да, да. А, нихуя себе. Будем считать, что я думал, что он пойдет просто, надо его этому зацепить. Сейчас напишем тогда. А он здесь еще он вышел, да, наверное? Отсюда, или он есть тут? Я вам скажу, что тут вторая старческая душа. Да. Нет. Отмазывается, ты смотри. Я говорю про меня, скажите, что я люблю. Говорит, что врет она. Так, сейчас надо набрать. Вот так вот, да? Ну все. Все потерял. Не абонент, да. Ясно. На бочку пойду, что ли? Ну, давайте одну бочку, потом дальше я рейтинг поползу. Что-нибудь поменяется. Пока живая. Давай. Найден. Чё? Ты был сейчас? Матч найден. Не понял. Гриш, я упаный в рот. Не люблю это так. Ты на одну тоже похоже. А я вот уже не хочу никого брать. Ладно. Я запишу. Инстапик — это плохо вообще-то. Но это, видимо, никого не волнует, да? У него еще и ник какой-то подозрительный. Убийца лошадей? Угу.
Жалко, Эшли, пока я потрясу, пока они зайдут. А чё прилетело-то в итоге мне? Вообще великолепно. О, там что-то прыгает. Что-то не то вышло, да? У нас свинтило направо явно. Угу. Да, давай словим. Может и заплантим. Словим ее. Да вот она. 30 секунд. Блин, не успею заплантить, да, жалко. Мама. Ой, как много вас. Спайк на миде. Да твою! Реально со всех сторон. Лучше бы у них там внизу сидело. Внутри. Там хотя бы двое было всего. Помощник, блин. О, эзотерия. Хочешь в пятом... А, блин, с ним не сходишь. Он, по-моему, большой. Ладно. Я вроде второй был. Ну, хз. Стреляйте! Только так мы победим! Я на это вам дал тоже пулю прицепила. Я побежала! Ой. Не понял. Нет, там говоришь, что я его дал. Споки ноги. Блядь, омен 120. Да. Да, в окне он сидит, сидел. Не знаю, давайте стенку поставлю, что ли. Сволочь! А, он еще отхилен нибудь. Теперь
То, что ты хотел спросить. Вот Резак, короче, там, в прошлый раз днём когда играли, я тут был на КЕ, попрошайка. Ой. Что куда происходит? Блядь. Чё он там разошёлся так? Оператор-то. Да пошёл. Ракепухом. Он в прошлый раз вообще не страшный был, тут здрасте. Какой-то фильм, да? 26, 25. Ага, чё, не знаю, зачем? Короче, надо здесь управлять на большую ночь. Чё, Резак, давай, стоби. А чё он? Не знаю. Я просто вижу эту картину. Лёха скидывает куда-то в туалет, а рядом прыгает какой-то Резак. Блять, вы забрали мою губу. А, это как Мика в прошлом прошлых катках. Рейза забрала мою пушку, так меня оставили одну, блядь, и меня ёбнули. Спасибо, ребят, лучшее воскрешение. Ой, Юрик, где-то? Угу, у меня. Остался один брат. Граната! Я помогу. Да, да ну вас. Отсюда. Я не онка. На, а куда ничего шло? Сейчас танцевать? Ладно, я поведу. Она есть зло. Приятно, приятно. Какая-то странная у него симпатия к нему. Вообще. Ну чё, конина объелся-то? Да чё было такое? Перезаряжаем. Блин, там Юрик такой кот со мной был, или кто он там? Кто там вообще ходил? Я даже не поняла, что это было. Угу. Да. Остался один игрок. Спайк на базе нападающих. Вот и попробую заметить этот миллиметр. До смены сторон один раунд. Тратьте все, не смотрите на цены. Приберегу деньги. Я побежала! Скоро смена раунда. Да, хорошо. Блин. Ну подождем, подождем. А, там еще стенка. Через 200 лет я ее расстреляю, наверное. Можно хил, пожалуйста? Да, это мой мир! Ой, да ну вас нафиг, там понаставили еще ульт этот.
Весь кайф обломали. Ликвидирован. Ну вот взяли и застилили, блять. Я специально. Перезаряжаем. Так. А кто меня похилит? Остался один враг. Я с ножом сейчас побегу. Не, да было бы довольно весело. А чё все так спокойно сразу теле-то? Ну это потому что мы пошли, получили пизды, и они больше не лезут. Самые неугомонные — это мы с тобой. Смена сторон. Сколько ты снес неонцев? 30? 40? Я просто минус 120 не снесла. А, ну я думаю, что так легко. Получила 40 в остатке себе. Короче, мы с ней одинаково обменялись, видать. Вот только вы побежали, и ты ее вот-вот-вот спиздил у меня. Ну а что, мне спорить на нее надо было? Я за ней побежала, блядь. Я стенку специально поставила. А я побежала, а я остался. Не мимо, я знала, где она. А я нет. Я с тех времен, когда Мик еще выл по поводу того, что у него не онку сперли. Ай. Что-то там многовато их. Заходит, а. Ой. Не ставит. Ленка. 90 Юрик на меду стоит. Наверху. Уже спрыгнул, думаю. Так, блин. Да, бля, где эти тягасы? Вот и сказочки конец. Ой, прикольный такой. Любой бой — это урок. Нет. Она пистолет Рейза проебала из-за того, что она ёбнула флешку Ярика, а я Ярика. Нас ослепила, и она, короче, начинает пистолет менять. И она поменяла на классика, я на неё сменила. Там у неё юж был. Ну же, погнали! Блин, чё вы все столкнулись? Такое место рыбное. Угу. Кого подхилить? Исцеляю. О, на меду неонка там развлекается. Да. Великолепно. Отлично просто. Снизу. Я побежала! Один враг. Хорош. Спайк на миде. А, ну я там не за... Блин, ладно. Да. Не забывай. Пули делают бой. Да? Нет. Да? Привет. Да. Нет, да. Ну, а теперь она до меня докапывается. Спасите, помогите. Ты ему войс не скажи так. Я боюсь не сдержаться. Слушай, ебал сразу сюда. Он сразу ушел. Да я бы тоже ушла, блядь. Реально не сдержался. На меду было тихо. Но... Как сказать? Ну, как сказать, на меду было тихо. Я его не поставил. Остался один. Сюда!
Вот она. Остался один игрок. Слева-слева. А чувак, где слева-слева и поебалу при... Коммуникация у нас шикарная. Что ты не знаешь? Так, теперь твоя очередь. Я ему сказала, он сразу ушел. Денег нет. Могу купить. Ох, такой оператор. А, раскидка на Б. И смоки, и стенки. Да. Да? Спайк установлен. Вообще ничего не вижу. Ну что, не утекли со смоками вместе. А где? А, пофигу. Остался один враг. Свежа 80 была. Думаю, где-то. Что-то вполне есть. Молодцы. А чё вы дефьюзики не пошли? Вы все на... Тут пушка. Обезвреживаю, не глядя. Инстинкт сделает часть дела. Остальное поручим. Поделитесь. Спасибо. О, спасибо. Я вроде думала, типа, купит ли наша рейзам или... Да, вряд ли. Я хотел это проверить. А еще он доебал их до меня. По очереди. Опять Б. Не вставай! Да? Враг убит! Осторожно! Красная раница! Ага, вот он. Ты не убьешь моих союзников! Сколько можно? Блин, таким темпом я из мог быть. Че это такое? Они поздыхали 200 раз подряд. Не, серьезно, 5 килл? Обидно. Ай! Блин, Омен очень прокосный, по-моему, если я его трогала. Прям совсем. Но у меня хп еще меньше. Твою мать. Шесть хп. Я прикрою вас. Только я буду... Он просто взял мне, блядь, 30 хп гранаты снес.
Короче, ясно, репорт на него кидаю, и все. Саботаж действия, грубое поведение, некорректный текст у чата. И вообще он мне не нравится, скажи. Имя мне не нравится, да, я это. Это А, Спок, Атомина. На проходку. Пошел, йо. Ну тут от Вайпера она бы вообще эта хрень есть. Была. Наверху. Ну я ж тебя похилил, что-то фигня. А, да, это типа вот это. Где сидела? Скакала за это, скорее всего, за ящик. Остался один враг. Молодцы. Блин, я на неё прыгнулась, чтобы она жива была. Убьём одного, и на штурм. Идёт? Нет. Нет. Тишина пока. Так что, скорее нет. Всего, у вас. Я тоже тихо. Совсем на тихо. Тихо. Ай, мыши. Блять. Чё там? Они где-то наверху. А, через дверь прошли, да. Через. Недолёт, как жаль. Ты ехал, да? Ты там вроде приболела, я тебя больше не мучила. Я неделю помирала, сейчас я жила. Как видишь, я спала. Там оператор. Да я случайно, извиняюсь бы. У меня просто вот момент оператор целился. Забрал чувака. На. Экстом. Остался один враг. Да и все, я устал. Разброс. Нормально. О! Картинка прикольная, да, яркая. Меня радует. По-моему, они устали. Но ничего, мы уже заканчиваем. Вроде окно открывал, что-то было. Можно я куплю? Я тоже, толку вообще ноль. А у нас как-то тепло, я прям сегодня вышла, когда на улице такая ебать. Минус 4. Вообще кошмар. Минус 3. Будет весело. Да, минус 3. Я надеюсь, ты не по городским этим смотрела. Нет, да. Нет, есть, да. Не мамка. Никто на них. Ой, наверху. Блин, его. Нормально, там сила. Да,
Бля. А где? Справа? Наверху был где-то. Вообще слева сзади. Ну, так я говорю, наверху у меня, он же меня убил. Я этих двоих забрала, и он сверху меня забрал. Кстати, вот этот вандал, демон, такой звук у него приятный при стрельбе. Просто после моего... Это вообще пиздец, у меня просто У меня на гвардею прикалывают такие звенящие, короче, звуки по медным каким-нибудь панкам, по какой-нибудь херне, на он это. Вайпер нага подкинул. Манго. Следующий. На медный раз кидка вайпер. Я побежал! Наверху может пойду какой-то. Лучше бы пошли. Угу. Сзади. Нифига. Себе. Проскочила на Зетка. Кто? Кто проскочил? Кого я слышал? Не, скачкала я, наверное. На Б еще есть. Ну, а тебя видно, да? На Б. Ну, свинтила. На Б ставит. Спайк установлен. Остался один враг. Отфили. На Б поставила. Я пока. Она там. Да, блядь, за стенкой, сука. А-а-а. Молодцы. Кому? Чёрт? Чего? Я уже давно. Все вроде скинулись. Победа защитник. Скучно. Пошли. Еще на меду, блядь, сага всегда такая стояла. Охуеть, блядь, мышь нахуй. Я, да. Спасибо. Да не ты, блядь, другая, блядь, мышь. Блин, где меня чё ещё страдать? Чё есть? Блин, не, я это пока ретируюсь надо. Я даже на рейтинг не хочу никуда. Спасибо. Спасибо. Посливали хорошо. А, вот теперь прикинь, не подходит все-таки, смотри. Ну, а ты говорил, подходит. Я же говорю, не. Я говорю, поем пока что. А, хотя 9 часов. Блин, ну хз, хз. Тебе надо сливать. А сколько прошло, кстати? Тебе опять. Лучше. В смысле, как живы, со мной есть пойдешь? Таким долбоебом нет. А, ну тоже, да, почти 4. В принципе, неудивительно. Я не был. Ну да. Там будет 4, там 5. Да охренеть. Короче, давайте все, я пока что на покушать. Пустите, там посмотрим, я не знаю. В зависимости от... Дофига, нельзя столько сидеть. Давайте.